рассказывала АВ творчество, я так подумала, вам часто бывает лень что-то писать? Очень бывает лень. Вот ты сидишь и понимаешь, что нужно что-то писать, а вот пытаешься выиграть просто каждую строчку, и не получается насовсем. И вот ты сидишь, думаешь, ну вот муза придет, вот ну, часа в три ночи, тогда, может, я чем-нибудь напишу. Вот, собственно, этому посвящается. Джаз посвящается. Ладони мои, знай, что будет, конечно же, любить.
так решила теперь, решай ты. Ну и последний, давайте вы решайте, грустная или веселая. Веселая. Ладно. А давай и грустная, и веселая, это будет как задание сразу. Окей, вообще без проблем, она и такая. А это была... Я в ответ. Ну, собственно, солнце запомнит. На кухне уже стынет чай. Давай помолчим сейчас, пусть солнце увидит нас. Не те, кто в глаз бегут, а те, кто с кошмаром времени проблем. А те, кого дома ждут, забыть про планы обиды. Не застанете, чьи слова сбежит, если бы она забыла, разбудила себя. Навек оставят след те миллионы глупых раз. Кажется важным запомнить их все. Они отражение теплых нас. Давай сейчас так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Давай мы останемся теми навек, кто о том, что запомнит на тысячи лет, кто встречает рассвет и проводит закат, и кто стал друг для друга солнцем когда-то. Давай будем жить только здесь и сейчас. У солнца запомнит такими нас. У солнца запомнит такими нас. У солнца запомнит, запомнит не те, кто стрелял бегут. Одел от кошмара времени и проблем, а тех, кого дома ждут, забыв про обманы, обиды и не за всем, не тех, чьи слова стрижи, кто себя позабыл, разлюбил навсегда один, а тех, кто свои мечты растили с другим, безо всяких на том ищи. Грустная, веселая. Грустная, веселая.